Привет! Я хотел бы сегодня поговорить про желания и депрессию. Что делать в ситуациях, когда ты чувствуешь, что то, что раньше тебе приносило удовольствие, тебе уже не приносит удовольствия, и возникает какая-то апатия, тоска и вообще снижается настроение. Дело в том, что жизнь наполняется красками тогда, когда у нас есть цели, и есть способы достижения этих целей. Мы достигаем то, чего мы хотим, в какой-то момент мы получаем это и получаем удовольствие. По сути, тут речь идет о двух принципах, принципе удовольствия и принципе реальности. Человек чего-то хочет, предположим, человек в магазине увидел вкусную булку и хочет ее съесть, но он понимает, что прямо сейчас он ее съесть не может, и ему приходится оттянуть это удовольствие до того момента, когда реальность позволит это сделать. То есть нужно сначала ее оплатить, принести домой, и там съесть уже в безопасной, комфортной обстановке, в такой ситуации, когда он позволит себе это сделать. Но что же получается тогда, когда желаний вроде бы как нет? Ну, на самом деле, в большинстве таких случаев это желание, оно запрещено, либо вытеснено. То есть я чего-то вроде бы хочу, но сам не знаю чего, потому что это вытеснено. И вот все, что я не подыскиваю, вот, что бы я мог такого захотеть, оно все у меня вроде бы есть, но при этом остается ощущение неудовлетворенности и какой-то внутренней пустоты. Ну вот классический пример – это ситуация, когда женщина ради семьи, ради материнства отказалась от карьеры, от занятия любимым делом. И однажды, приняв решение, что я не могу разорваться, мне не хватит и для работы, и для семьи, она даже не думает о том, чтобы вернуться к занятию любимым делом своим. Но при этом вот эта вот неудовлетворенность, она находится где-то внутри, глубоко внутри. Или другая ситуация, мужчина отказался от личной жизни из-за карьеры, то есть наоборот. То же самое, однажды приняв решение, ты каждый день не думаешь о том, а может быть мне все-таки пойти с кем-то познакомиться, может быть мне как-то вот уделить больше внимания своей личной жизни. Нет, человек делает то, что он делает как правило. У нас есть поведенческие стереотипы, и они определяют нашу жизненную рутину. Что же делать в случае, если вы понимаете, что вы не знаете, чего вы хотите, но при этом испытываете чувство какой-то неудовлетворенности внутренней? Ну, проще всего, конечно, обратиться к психотерапевту. Но если вы пока не настроены на психотерапию, постарайтесь просто проанализировать, чего в вашей жизни не хватает. Представьте, чего бы вы хотели в фантастической параллельной реальности. Дело в том, что наша реальность, она нас обычно ограничивает, наша вот эта вот рутина ежедневная. И для того, чтобы выйти из этих рамок, постарайтесь представить себя максимально фантастически, максимально сказочно, так как будто бы прагматическая данность вас не ограничивает ни в чем. Это может быть что угодно, там танцы, фотография, поэзия, путешествия, что-то, что, чем мы сейчас не занимаемся, потому что это бессмысленно, нет времени, это не приводит меня никаким целям моим жизненным. Это было бы просто приятно. Это было бы, я бы получал удовольствие. Но жизнь не для удовольствий. Вот такая установка, что жизнь не для удовольствия, она и приводит к тому, что у человека возникает депрессия, пониженное настроение, при том, что есть внутреннее осознание того, что все, чего мне нужно, у меня есть. Все, чего я мог пожелать, у меня есть, но я при этом несчастен. Будьте счастливы! Вот эту тему депрессии и желания гораздо легче, конечно, рассмотреть на каком-то конкретном примере. Если у вас есть какой-то конкретный пример, вы хотите свой пример описать, пожалуйста, пишите в комментариях, можете написать мне в личное сообщение. Если у вас есть какие-то мысли по поводу моего видео, опять же, вопросы, пожалуйста, оставляйте в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, чтобы видеть новые видео каждую неделю. И до встречи в следующих выпусках.